Всем привет! Смотрите, проблемка. Не работает 3DS. Значит, врубаем ее. Видим вот такое вот. Значит, что делать надо? Вырубаем ее. Вот тут, смотрите, есть карта памяти. В 3DS она вот именно здесь. Берем эту карточку, вставляем в картридер. Обращаем внимание, чтобы вот эта вот штучка была у нас вверху, потому что иначе мы с ней ничего не сделаем. Вставляем вот сюда. И смотрите, что мы делаем дальше. Вот у нас есть ссылочка такая, я ее оставлю вам в описании. Мы ее копируем, чтобы было понятнее. Я вам сейчас вот так вот ее открываю. Вот, открывается у нас наш славный сайт GitHub. И в нем вот этот файл boot.firm или firm. Мы его уверенно жмем, скачиваем. Ну пусть будет рабочий стол. Пока это будет рабочий стол, да? Все, скачали. Теперь заходим на нашу карту памяти. Я вам сейчас расскажу секрет, как же можно это все дело починить. Так, значит, смотрите, вот наше запоминающее устройство. И вот здесь точно такой же файл уже есть, boot.firm. Мы его переименовываем там каким-то файлом. Например, boot мест, вначале ставим единичку. Все, сохраняем, нажимаем Enter. Далее открываем рабочий стол и копируем наш скачанный файл с 3D хаба, GitHub'а, точнее, и копируем карту 3DS. Все, скопировали, вот он появился в самом конце. Все, теперь извлекаем карту памяти. Для тех, кто не уверен, делаем извлечение корректно. Тот, кто уверен, можно вытащить сразу. И вставляем обратно в нашу 3DS-ку. Так, вставляем. Все, вставили. И запускаем. Смотрим. Теперь нажимаем старт. Вот он. Наш старт. И смотрим, как наша приставка возвращается к жизни. Вот и все. В этом вся магия. Подписывайтесь на канал, как обычно, ставьте лайк и можете даже поставить колокольчик, чтобы не пропустить еще очень интересный ролик, который будет следующим. Всем пока!